музыкой. Когда у нас случается беда, из крана вынула вода, я горишь права, вдруг со мной клюя, пробив все у руда, и кто нас спасет тогда? Аркадий Павлона! Аркадий Павлона! Аркадий Павлона! Как-то в марте про Сережу Саша мелом написал на стене чужого дома нехорошие слова. Был своим занятием Саша с головой увлечен, и сосулик не заметил нависающих над ним. В эту самую минуту солнце вышло из-за туч и лучом своим горячим растопило мерзлый лед. И огромные сосульки полетели с крыши вниз, словно бомбы с самолета из компьютерной игры. Лишь тогда заметил Саша, что беды не миновать. Только было слишком поздно. Видно, Саше не спастись. Но Аркадий Паровозов музыкальный слух имел. И летящие сосульки он по звуку распознал. Сразу Саше на подмогу Паровозов прилетел и в последнюю секунду от сосулек Сашу спас. Тряпкой надпись про Сережу Паровозов удалил, а еще сказал такие очень нужные слова. Уважаемые дети, вы под стенами домов ни зимою, ни весною постарайтесь не ходить. Потому что все возможно. Все бывает, так сказать. Потому что мимо дома я могу не пролетать. Где, кое, когда у нас случается беда, из крана хлынула вода, и оголились провода, вдруг стала горькою еда, лед проломился у пруда, и кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Аркадий!